Добрый день, дорогие лидеры, предприниматели, будущие президенты, орифлеймовцы, конгрессмены. Очень приятно быть здесь. И тоже приветствую всех, кто подключается на этот конгресс, на эту сессию, потому что я считаю, что это очень важное событие года. Это событие, где мы учимся, где мы готовимся к будущему, где мы получим вдохновение друг от друга и от знания. Потому что это важно. Это важно в этом мире. Это важно, когда мир меняется. Это важно, когда сложная ситуация, которая дает нам силы и знания с уверенностью идти вперед. Я хочу вас поздравить с тем, что вы здесь. Я хочу вас поздравить с тем, что этим годом начался на ура. Орифлейм Россия растет. Орифлейм СНГ растет. Несмотря на сложную ситуацию, несмотря на то, что творится на рынке, на то, что творится в ваших городах, в других компаниях, в селах, в разных местах, уголках этой страны, экономика не идет на ура. Это мы знаем. Тем не менее, в Орифлейме есть рост. Несмотря на увеличение цен, несмотря на много других сложных, может быть, мер в нашем бизнесе, мы идем вперед. Я вас поздравляю с этим. Огромное вам спасибо. Вы молодцы. И, может быть, и надеюсь, что это связано тоже немножко с ощущением и восприятием торговой марки. Потому что, как Юра говорит, у нас есть особенная торговая марка, есть Орифлейм, есть бренд. И как вы, кто были здесь в прошлом году, в Сочи, вы работали и разработали ваш личный бренд. Это он уже сказал о том, что это как личность. Это иногда сложно рассказать, почему нравится что-нибудь, но просто знаешь, что я люблю это, я хочу это, мне это нравится. И в то же самое есть с компанией, с торговой маркой, с Орифлейм. У людей не всегда есть знать, что. Но главное, что хотят, и что есть положительные эмоции вокруг этой торговой марки. Раньше было так, много лет тому назад, что было достаточно доставлять продукцию на рынок. Потом надо было чуть-чуть больше, надо было иметь хорошие продукты, хорошие качества, чтобы продавать и рассказать о функциональной части продукции. Сейчас в этом мире это недостаточно. Это недостаточно уметь разговаривать о продукте. Это недостаточно функционально описать, почему надо иметь эмоциональную часть тоже. Что есть вот это «да, я хочу». Это как мне сложно объяснить и уговорить своей дочке, почему это лучше купить мобильный телефон Samsung. Потому что функции там вот это гораздо лучше, чем этот iPhone, и надо это. Она просто думает, что я дурак, потому что она просто ей надо этот iPhone. Она не может, нет. Логично объяснить, почему. Но она просто это хочет. Потому что это связано с этой огромной что-то здесь и что-то здесь.
Это то, что мы хотим сделать с компанией Oriflame. Бренд важно. Это важно, потому что это помогает продавать продукцию. Это помогает рекрутировать людей. Это помогает больше деньги взять за продукт. Это вам хорошо, эта компания хорошо. Легче достигать результаты и звания. Из-за этого это важно. Самое главное и то, что хорошее, это что мы с вами создаем эту торговую марку Oriflame. Мы в этой комнате и вы в эфире, и все консультанты в нашей стране ответственны за торговые марки. Так что давайте немножко слушаем о компании Oriflame и потом добавляя потом ваш личный бренд. Это то, что уникально в вашем бизнесе в Oriflame. Все началось с мечты. 50 почти лет тому назад хотели два братья строить что-нибудь для себя, для своей семьи. Они хотели строить бизнес. И они вдохновили много других людей во всем мире в течение этих 50 лет. Тысячи и тысячи и сотни тысячи людей в мире. Мечта важная. Мечта – это связано с нашей миссией. Это почему мы существуем как компания. Воплощать мечты. Мечты важны, потому что они дают силы и энергии двигаться, разработать планы, каждый день работать, чтобы достигать своей цели. Мечты важны. Наша миссия – воплощать мечты. Наше видение, наша цель – это стать косметической компанией номер один на рынке прямых продаж. Это вы прекрасно знаете. Но это важно, потому что это дает стремление вперед. Это вот этот боевой дух, о котором мы часто говорим. Но тоже важно знать, как бренд, как личность, какие наши ценности? Это мы тоже с вами прекрасно знаем. Дух, единство и страсть. Единство, что мы хотим вместе побеждать, работать вместе с командами, с компанией. Дух, что никогда не сдаемся, идем вперед. И страсть, что мы любим свое дело. И бизнес, и продукции, и людей. Это мы все знаем. Тоже важно, как человек, как бренд, откуда мы. Потому что это объясняет, почему мы иногда так делаем, и иногда другое делаем. Мы из Швеции. И наше шведское происхождение делает нас уникальными. Разработано в Швеции. Это что-то, которое вы будете больше слышать, потому что это уникально в Oriflame. И это во многом объясняет, почему и каким образом мы действуем. Но Швеция, вы кто были в Швеции, вы кто немножко знаете о Швеции, в Швеции много вещей, есть много атрибутов. Но мы выбрали некоторые, которые мы считаем самыми главными. Как Юра сказал, доступный, натуральный, прогрессивный и надежный. Это важные атрибуты. Не только для продукции, для бизнеса тоже.
и всякие инструменты, которые мы разработаем. Это немножко подробностей о каждой из этих. Доступны. Как шведская компания, мы стремимся к тому, чтобы высокие качества наших продуктов и возможностей для развития бизнеса были доступны для большинства в мире. Это важно. Это важно, потому что это значит, что не должны быть супердорогие, не должно быть суперсложно начинать в нашем бизнесе. И если посмотреть, что самые главные составляющие по поводу доступности – это качество по доступным ценам, продукция. Это не значит дорогая, это значит недешевая, это значит доступная. То же самое с возможностями бизнеса. Должно быть открыто для всех. Возможности для всех. Легко начинать в Oriflame. Начинать свой бизнес. Предпринимательский бизнес. Без всякого большого вложения в этом бизнесе. Это важно. И тоже доступная возможность развиваться. И личное развитие, и профессиональное развитие. Отмечание, награждение на конференциях, признание за результаты. Это доступные. И мы делаем много в каждой из этих, чтобы ощущение восприятия в Oriflame было доступное. Компания. Следующий, натуральные. Натуральные ингредиенты. Oriflame стала одной из первых компаний, начавших использовать натуральные ингредиенты. В лучших шведских традициях мы разработки, производстве наших продуктов, мы всегда заботимся об окружающей среде. Так что натуральные важно. Это важно продукты. Потому что мы думаем и верим, что природа и натуральные ингредиенты дают силу в косметике. Мы тоже думаем об экологии, о окружающей среде. Мы только что открыли позапрошлом году завод в Ногинске, который сертифицирован на самым высоким стандартам. Это важно. Несмотря на то, что мы печатаем каталоги, заботимся о лесах. От вторичного сырья все эти каталоги произведены. Натуральные, мы заботимся о природе. Мы только что получили символическую чашку, которая показывает это. Прогрессивный. Следующее слово. Который тоже касается и как мы относимся к продуктам, и как мы относимся к нашему бизнесу. Прогрессивность – особенность шведского подхода к бизнесу. Oriflame – это почти 50 лет опыта, научных открытий, инноваций, зарегистрированных патентов и первых исследований. С нами работают ведущие эксперты в области ухода за кожей. Это говорит о том, что у нас есть свой научный институт в Стокгольме, где мы исследуем уход за кожей. Это то, что мы используемся, последние тенденции, ингредиенты или моды, с точки зрения качества и с точки зрения последней тенденции. Так что последнее оборудование тестируется нашей продукцией на самые высокопремиальные торговые марки. И это не только касается модности, тенденции и современности продукции, а тоже наши инструменты.
наши бизнес-возможности, наши онлайновые разработки. Мы только что запустили приложение, как вы знаете, где можно свой мейкап сделать. Это мы впервые в нашей индустрии на территории России. Это подчеркивает агрессивность, стремление к инновации и быть впереди. Это Арифлейм. Надежность. Мы гордимся тем, что соблюдаем законы и правила ведения бизнеса по шведским стандартам во всех странах, где работаем, и тем, что нам доверяют. Наши продукты приходят тщательные клинические испытания и обладают научно доказанной эффективностью. Очень важно с точки зрения продукции, что это безопасно, это проверено, это шведское качество. С точки зрения ведения бизнеса, мы прозрачны, мы открыты, надежны. И можно сказать, что мы всегда, по крайней мере, стараемся выполнять свои обещания. Когда я говорю все это не значит, что мы на 100% выполняем все это. Но мы идем туда. Мы идем в этом направлении. Потому что если мы не идем в этом направлении, если мы не действуем, тогда это так, что не будем восприниматься как это, как Арифлейм. И третье, немаловажно, мы были стабильным партнером в 50 лет. Здесь уже в 20 лет в России. Так что долгосрочность, стабильность, порядок, этика важна, чтобы каждый здесь мог строить свой бизнес для своих детей и семей много-много поколений вперед. Это ваш бизнес, это Арифлейм. Надо понимать, что вот это Арифлейм. Это компания, которая заботится о том, что вы достигали свою мечту. Это компания, которая имеет ценности дух, единство и страсть. Это компания, которая из Швеции, которая значит доступный, натуральный, прогрессивный и надежный. И через все наши действия, разработки продукции, каталоги, изменения плана успеха, инструменты, интернетовские новые разработки, все будет в этом направлении. Потому что это кто мы есть и кто мы хотим, чтобы все воспринимали Арифлейм. Это бренд, который... Мы с вами много подписались на это, и так и будем действовать, чтобы было навсегда. Это уникально с Арифлейм. Из-за того, что Арифлейм это как, или любой торговый марк, это как личность, это человек, это очень важная часть, что мы действуем, потому что мы говорим о восприятии. Если я приятный человек и действую неприятно, тогда, естественно, так, что он не будет считать, что я приятным. Так что это очень важно. Из-за этого мы будем работать в этом направлении, чтобы это было Арифлейм, и это было Арифлейм в будущем. С этим хочу вас сдать. Вот это для понимания, чтобы думать немножко, что вы можете делать. И важно, конечно, добавить свою личность и свою торговую марку.
потому что это ваш бизнес. И очень важно тогда работать таким образом и понимать, что что я хочу, о чем люди говорят обо мне через несколько лет. И что мне надо делать, чтобы быть этим, если мы не хотим быть то, что вы есть. Это важно, потому что это создает уникальность, это создает, чтобы правильная часть получила положительное ощущение, чтобы Oriflame была вот эта кампания, бренд с улыбкой, которую легко рекомендовать, легко пригласить, легко продавать и легко строить свой будущее для многих-многих поколений вперед. Успехов вам!